Согласно донесениям, орки собирают войска. Серия атак на лагеря для пленных — прямое тому подтверждение. Согласен. Орда мобилизуется. Это просто абсурд. Мы не будем сидеть и смотреть, как Орда собирает армию у наших границ. Орки сейчас должны волновать нас в последнюю очередь. Сколько раз мне еще повторить? Король Таренос, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы в северных землях может иметь ужасные последствия. Чума? Опять вы, маги, со своей паранойей. Давайте по порядку. Даже если эта чума действительно так опасна, что вы предлагаете делать? Все очень просто. Как я уже говорил, Керинтор готов объявить в ряде поселений строгий карантин. Не будет никакого карантина, пока вы не предъявите доказательства, посол. После всего, что пережили лордеронцы, они не будут пленниками в своих домах. Они и есть пленники, король. Что все это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Силы тьмы возвращаются. И весь мир стоит на пороге страшной войны. Довольно. Стража, уведите этого безумца. Слушайте. Единственное спасение для вас – это путь на запад. К древним берегам Калимдора. Запад? Подождите, посол. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Пусть нам грозит война, но только нам решать, как защитить наш собственный народ. Нам, не тебе. А теперь убирайся. Человечество дорого заплатило за мою прошлую ошибку. Если вы не верите мне, я найду того, кто поверит. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Всем привет, друзья! Извините, что пришлось ждать загрузки, просто хотел немножко поговорить со своими подписчиками. Почитал много комментариев под своими видео, нужно ответить на некоторые. И если бы нажал паузу, то игра бы началась в итоге. Ну, неважно, короче, ребят, небольшие ответы на вопросы. Во-первых, про первое видео. Людям почему-то не понравился кликбейт, который я использовал. Господи, да успокойтесь вы уже с этими кликбейтами. Все их используют. Любой блогер на Ютубе использует кликбейты. Даже тот, который вам нравится, даже если я вам не нравлюсь, всегда использует кликбейты, если есть возможность хайпануть на чужом, скажем так. Все мы хотим набрать побольше подписчиков, побольше зрителей и так далее, чтобы наше видео было в топе, а не в жопе. Вот. Например, в первом видео я сказал, ну, написал в названии видео, что меня учит орк-подкастер играть, и все такие думали, наверное, те, кто зашли на видео, большинство подумали, что сам орк-подкастер
играет со мной и учит меня. Да, я так и подумал, что так и будет, ребята. Я знал, что так и случится. И что? У меня маленький канал, я хочу на чем-то хайпануть. Я понимаю, что большинство людей не подпишется, но хотя бы мое видео выйдет в топ, и те люди, которым понравится мое видео, на меня подпишутся. Они хотя бы его даже увидят. Понимаете? Хотя бы смогут увидеть, чтобы оно было немножко выше в трендах Ютуба. Вот, на это я вам ответил. Ну, по поводу комментариев. Понравилась ли мне озвучка новая? Скажем так, пока что более-менее нормальная. Пока что нравится. Понятное дело, старых актеров не позовешь, они там уже старые, некоторые, наверное, уже умерли, переозвучить они не могут. Главное, что в этой озвучке все сделали более-менее по канону. Вот. Потому что раньше озвучивали, ну, переводили, переводы были очень слабы. Сейчас переводы более-менее нормальные делают. Вот. Пока нравится. Хотя дальше посмотрим еще. Еще мы голос Артаса не слышали, ребята. Голос Артаса в первой части был эпичен. Ну, то есть не в первой части, а в Варкрафте оригинальном голос Артаса был просто зашибенный. Сейчас, кстати, начинается кампания именно Альянса. Мы начинаем проходить кампанию Альянса. Глава 1. Оборона стран Барда. Недавнее восстание орков в Южном Лордероне вынудило Верховное командование Альянса принять решение, решительные меры. Король Тренос приказал двум своим паладинам, знаменитым Утеру Светоносному и своему сыну принцу Артасу, покончить с орками раз и навсегда. Вот так вот. В прошлой серии орки отплыли в Калимдор, а альянсовцы до сих пор там сидят на жопе. И мы только что трейлер посмотрели. Ну, не трейлер, а кат-сценочку, которая, кстати, сохранилась с оригинального Варкрафта. Даже без переозвучки. Вот. Сейчас услышим голос Артаса в этой серии. Еще был какой-то интересный вопросик. А, ну, не вопрос, а я увидел на Ютубе много видосов, что Warcraft 3 Reforged не оправдал ожиданий и так далее. Blizzard обещали переработать компании, чтобы они состыковались под канон современный World of Warcraft. И они этого не сделали. Я думал, сделали, но не посмотрел эти видосы, там их много, там кто попало хайпает на этой теме сейчас. Это вам по поводу хайпа еще раз, по поводу кликбейтов и всей этой хрени. Все пишут, кому не лень, видосы на тему, что Близзарды не сделали то, что обещали. Все хотят на этом хайпануть. Вот, ну, лично я ничего не ожидал от этой игры, я ее предзаказал давным-давно, и никаких новостей по этому поводу не читал. Я не знал, что они хотят компанию переработать. Я просто слышал, мне кто-то сказал из моих подписчиков. Вот, однажды на стриме. И я так подумал, ну, может, придумал, может, где-то реально слышал какие-то слухи. Мне лично все равно, переработали, не переработали. И игра мне пока что нравится. Ну, то есть, само собой, мне нравился Warcraft 3. Теперь я играю в Warcraft 3 Reforged, переработанную версию, более улучшенную графически чисто и с новой озвучкой. Пока что более-менее нравится. Ладно, все, ответы на вопросы закончены. Надеюсь, вы догадались перемотать, если вам не хотелось это слышать на начало. А мы начинаем оборону Стромбарда, друзья. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Погнали. Добро пожаловать, принц Артас.
Ваше присутствие – большая честь для всех нас. Не нужно формальностей, Утор. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже, мой мальчик. Хорошо, что король прислал тебя мне на помощь. Отец не теряет надежды, что с тобой я наберусь терпения и опыта. Всякий отец имеет право мечтать. Ладно, перейдем к делу. Разведчики сообщают, что где-то за теми холмами расположен лагерь орков. Так я и думал. Это еще не все. Неподалеку находится город Странбрат. Орки собираются напасть на него. И, насколько мне известно, город совершенно беззащитен. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странбрата? Конечно, Утор. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда город будет в безопасности, приходи к лагерю орков. И будь осторожен. Так, небольшая пауза, раз мы начали рассуждение по поводу переозвучки. Голос Артаса мне пока что не совсем нравится, какой-то слишком детский. Ну ладно, может он умеет играть, этот актер переозвучки. Посмотрим, это не важно. И город называется Странбрат, хотя в оригинале Странбарт, по-моему, его называли. Ну ладно. Видимо, по канону Странбрат. Все. Какие у нас задачи? Я служу свету. Ты служишь свете. Так. Пехотинец. Эти универсальные солдаты сражаются в ближнем бою. Так, нам нужно что? Давайте задачи сразу почитаем. Ой, не то нажимаю. Задачи. Доберитесь до Странбарда. Да, нам нужно его защитить. Артас должен выжить. А если помрет, что, заново начнем? Орки напали на Странбард. Странбрат, будем так называть. Немедленно отправляйтесь в город и уничтожьте всех мародеров до единого. Да на изи. Так. Хороший план. Разумеется. Базу нам строить не нужно, это мне уже за нравится. За честь и отвагу. Будем изучать территорию тогда. Приветствую. Конечно. Ну, не хочешь вступить к нам? За честь и отвагу. Мобилизацию нужно объявить всеобщую. За честь и отвагу. Всех наших подданных. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. И вам. Так, разумеется. Бойцы, на девчонок не смотрим, у нас задание. Конечно. Разумеется. С девчонками потом поговорим. Конечно. О, квестик. Мы будем драться за Лордерон! К оружию! О, отлично. Я помогу. Ну, я в принципе помню квесты. Конечно. С Варкрафта 3. Некоторые, не все. Разумеется. И я помню, что в этом задании хороший у нас план. Будет проблемка. Прошу с крошкой вас, Тимми. Крошка Вы Тимми. Моя последняя надежда. Гнолы утащили в лес моего крошку Тимми. Умоляю, спасите его! Конечно. Так, крошка Тимми. На, вот сюда. Разумеется. Крошка Тимми, вот его никогда не забуду. Вы что? Спасите! Вытащите меня из этой клетки! Так, Артас у нас вроде как умеет лечить, правильно? Свет небес. Зачем? Выпустите меня отсюда! Артас, я, а ну-ка возьми-ка домой. Лечебное зелице. Я помогу. Спасибо. Примите это в знак моей благодарности. Спасибо. Крошка Тимми, подожди, я хочу на тебя взглянуть. Ты куда побежал? Ну, вроде пацанчик выглядит нормально. Я помню, что в первой части он был квадратным, пипец. Я служу свету. Таким же, как в World of Warcraft сейчас детей рисуют. Таким же он был и в третьем Warcraft. Разумеется. Конечно.
Так, там не было чего-нибудь, разумеется, что мы можем поломать, а то я, знаете... За честь и отвагу. В первой серии лоханулся, никто я... Никто не смеет предавать свет! В первой серии использовал сетку. Ну, из... я привык к сетке в Старкрафте. К биндам по сетке. Так... Ну, вы поняли. И пытался на А атаковать, хотя атака на Р... Поздно просить пощады. И не мог понять, почему я не могу здание поломать. Ну, вы помните, если смотрели первую серию. Но это просто мои загоны, это я. Это киберок, недостойное создание, который любит иногда потупить. Разумеется. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Хороший ну, план. Мне интересно, какой у него голос будет, когда он превратится. Но вы знаете, в кого он превратится в итоге. Хороший план. А если не знаете, то не будем спойлерить, в кого Артас превратится. Разумеется. Но интересно, как за честь и отвагу актер будет играть злого. Конечно. Артаса. За честь и отвагу. Конечно. Мы пока обыскиваем территорию. Нас грабят! Помогите! Помогите! А, уверен, у этих тоже найдется чем поживиться. Бандиты украли мою учетную книгу. Без нее я не могу вести хозяйство. Она у них в лагере. Прошу вас, верните ее! Догоняйте, не дайте ему бежать. Книгу учетную украли. Ай-яй, какие проблемы. Крошка Тимми пропал. Правосудие настигло тебя. Бухгалтера обокрали какого-то. Никто не смеет предавать свет. Хороший план. Разумеется. Помолись перед смертью. Так, вот этого подлечим. Ой, не этого, я не этого хотел лечить. Так, будем тогда кайтиться. Точно. Чтоб никто не сдох. Конечно. Я выделить не могу, братана. Приказывайте. Жду указаний. Так, братан, отступи сюда и иди сюда. Где враг? Ctrl 1. А, мы всех убили, хорошо. За моего отца. Хороший план. Ощути мой гнев. За честь и отвагу. Интересно, карту ж нельзя разворачивать, да? Да, я не могу повернуть карту. Я просто не мог выделить нашего бойца. Хороший. А, я могу их выделять здесь, на панельке. Я все время забываю, ребят. Конечно. Я не профессионал. Я не спец. Я помогу. В пылу боя я иногда забываю, что я могу и здесь бойца выделить, когда не могу его именно в поле захватить. За честь и отвагу. Ну да ладно, погнали. Хороший план. Вроде еще никто не помер из моих бойцов. Разумеется. Я красавчик. Идем сдавать. Конечно. Задание. Бухгалтерскую книгу вернули. Так, колечко-то на что? Кольцо защиты плюс один. Спасибо вам за помощь. Пожалуйста, возьмите это. И что ты дал? Где враг? Атаман разбойников. Дополнительная задача. Нужно найти. Хороший план. Некого. Получен предмет фолиант силы. Где? Не вижу. Не вижу фолианта силы и на что он влияет. Кстати, вот здесь мы можем менять расположение наших войск. Сохранение боевого порядка. Монстр на миникарте. Не, это хрень какая-то. Или мне кажется, такая фигня была когда-то. Ладно, вперед. Конечно. Спасите нас! Он убегает! Убейте его! Вали орков! Проклятие. Кстати, орда-сосед. К оружию! Орда-сосед. Альянс был соседом, теперь орда-сосед. Да, ваше высочество. Будет исполнено. Правосудие свершится.
Хороший план. Хорош. Молодец. Конечно. Так, убить этого говнюка, спасем человечка. Хороший план. Иди сюда. Не потеряем ни одного жителя. Свет благословляет. Так, идем сюда. За честь и отвагу. Не, сначала сюда. Конечно. Может, чего найдем? Разумеется. Ничего? Ну ладно, тогда... За честь и отвагу. Идем дальше. Хороший план. Хороший, конечно, хороший. Тащите этих к остальным! Шевелитесь! Так, подожди, еще сюда сходим. За честь и отвагу. Они прям здание крушат своими мечами. Это как целое здание разрушили. Просто ударами топоров. Конечно. Так, подлечим хорошего парня. Идем. Разумеется. И вот этого. Хороший план. Все, вперед. За честь и отвагу. Собрались все вместе. Не разбредаться. Хороший план. В боевом порядке. Разумеется. Движемся. За альянс. Приказывайте. Я служу свету. До указаний. Ай, не да, может конечно. Выйти. Где враг? Еще раз сильнее. Зажали братишку. Все, отходи, отходи. Весь господин. Так, живой вроде я бы. Я служу свету. Но всю ману потеряли. Ладно, не будем тратить. Хороший план. Да хранит вас свет, принц Артас. Но что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Артас, лорд Утор ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да уж, с вами не соскучишься. Вперед! Победа, друзья, победа. И Артас выжил. Хотя Артаса не так сильно и пытались-то убить. Продолжим. Так, ну, продолжим двигаться к завершению видео. Как мы помним, проходим по одной главе. Сегодня, наверное, выйдет еще одна серия. 12 минут всего потратили на прохождение именно этой главы. Ну, я много болтал, так что нормально. Не забудьте поставить лайкосы под видосом, подписаться и прокомментировать. Сегодня ожидайте еще одного ролика. А я с вами попрощаюсь. Всем пока.